Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников, знакомиться с их автобиографией. Людвиг Блюм Зиберт родился 23 сентября 1853 года, был немецким жанристом и иллюстратором. Сын банщика, отец признал талант молодого Людвига и в 1870 году позволил ему получить образование в Нюрнбергской школе прикладного искусства, которую руководил ее зять Август фон Крейвинг. Людвиг Блюм Зиберт изучал живопись в Дюссельдорфской академии художеств с 1871 года, в первую очередь у Юлиуса Рейтинга. Затем перешел в Мюнхенскую академию изящных искусств, где под руководством Франца Дефрегера с 1873 года открыл для себя жанровую живопись. С 1874 по 1879 год жил в Нью-Йорке. Я пользуюсь переводной Википедией. Последние два десятилетия XIX века Людвиг Блюм Зиберт был представлен иллюстрациями в семейном журнале «Gartenlaube» и иллюстрированной в газете «Лейпциге». В 1890-х годах он иногда останавливался в колонии художников Виллингхаузен. В 1906 году он посетил голландскую провинцию Зеландия. В своих мотивах, отвечающих вкусам того времени, но качество которых далеко не соответствует качеству их моделей, изображал в основном идиллические и народные сцены сельской жизни, часто с участием детей. Свои работы он показывал на выставках, в том числе и в Мюнхене в 1883 году. Умер в 1929 в Мюнхене. Вот так вкратце из переводной Википедии о немецком жанристе и иллюстраторе Людвиг Блюм Зиберт. Пока-пока, до свидания.